if I wanted to break, laugh it all, laugh in your face, what would you do? What if I fell to the floor, couldn't take this anymore? В гостях сегодня Эрик Шутов и Руслан Кремлидис, музыканты новой волны 2017. Пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте. Ой, вот такое вот, ребята, замечательное, романтическое, музыкальное, хорошее утро. Ну вот так, рано ли просыпаетесь? Насколько непривычно вам было сегодня столь рано прийти, да еще и показать такие, ребята, вокальные, а это еще фокусы. На самом деле привычно, в принципе, я... Ну, практически каждый день встаю где-то в 6 утра, в 7. Серьезно? Ну да, а приходится. А ваш продюсер говорил мне совсем другое. Нет, просто Руся кучится, ему проще. А мне тяжело, я встаю в 2 в последнее время. Тяжело ему. Вот так, а во сколько же ты ложишься, подожди? Я ложусь где-то ночью. Ночью, да? Вот такая вот она. Я часто не ложусь. Ты понимаешь, что многие телезрители теперь тебя ненавидят? Потому что они-то уже проснулись. Ну, собственно, как и ты. Друзья, я вот не совсем понимаю, ребят, почему вы музыкант? Новой волны. Мне кажется, вы должны быть победителями новой волны. Могу рассказать. Давай. Рассказывай. Ну, пока. Почему мы не поехали туда как артисты? Потому что еще не готовы. На самом деле мы играем только месяц вдвоем. Серьезно? Да. Мы познакомились недавно, и поэтому вот у нас все быстро. А почему мы поехали играть на новую волну как музыканты? Потому что это прикольно. Это... Расскажите, чем вы там занимались? Я правильно понимаю, что вы были аккомпаниаторами, да, для всех артистов, звезд российской эстрады, которые там выступали? Да, играли. На чем играли? Я вообще клавишник, и я там играл на клавишах. И один раз на гитаре. Но там я на клавишах. Мы там чувствовали себя очень комфортно, поэтому мы могли там меняться играться. Мы играли там 7 дней, поэтому нам становилось скучно. А кому вы аккомпанировали? Каким звездам? Что это за имена? Сергей Лазарев, Дима Билан, Филипп Киркоров. Его величество Филипп Киркоров. Да, какие впечатления от общения с такими громкими именами? Ребята, а нет такого, что Филипп Киркоров, зайка моя, поет, а потом поворачивается, ты не ту ноту взял. Кстати, он единственный человек, который... громко кричал на всех. Да? Я мягенько сказал. Прям кричал, да? То есть, ну, то есть он очень требовательный артист, да? Ну, он такой, да, ему можно. Но все-таки король. Ну, смотри, этим, в принципе, можно и похвастаться. Да ты знаешь, с кем ты говоришь? Да на меня Киркоров кричал. Друзья, на самом деле, очень красивые, во-первых, молодые люди, талантливые. Мне кажется, вам место на российской сцене. Мне кажется, я прям вот на вас смотрела, и мне кажется, вот клип с вами сними, пусти на один из музыкальных российских каналов, и все девчонки просто будут пищать и плакать. Ну,
Да, мы, собственно, согласны. А какие-то, может быть, уже есть предложения, или, может быть, у вас есть мысли на Москву метите? Да. Конечно, все метят. Да. Но мы не только на Москву, это на самом деле у нас другие. У нас планы там, их много, как бы. Ну, я знаю, есть одни планы, о которых говорить нельзя. Ну, очень хочется, ну ладно, не будем. Друзья, просто смотрите федеральные каналы, ну мало ли где, кого-то, может, еще раз увидите. Да, смотрите. Ребят, ну, а вы пока поете каверы, правильно я понимаю? Да, но мы пишем свои песни, то есть весной. Ждите, будем выпускать. Но у нас уже как называется ваш дуэт? Имя уже придумали? Вот это самый интересный вопрос, на самом деле. Давайте, ребята. Он настолько интересный, что мы не можем дать на него ответ. Да. Ну, до сих пор не придумали название для своего дуэта. Мы пришли сюда как раз к вам, чтобы вы нам придумали. А дорогие телезрители, особенно телезрительницы, вот глядя на этих парней, вот как вы думаете, как им стоит назвать свой дуэт? Кстати, варианты присылайте на наш номер телефона 8-988. Да, присылайте. 312-15-15, мы ребятам все передадим. Ну, мне кажется, в Сочи придумали бы дуэт шмоет. Вот так. Так, просто запоминающие. Скажите, ваш дуэт уже существует ровно один, ну, может быть, не ровно, но примерно один месяц. Были какие-то моменты именно притирки, то есть, ты не так играешь, или там что-то такое? Ну да, у меня к нему иногда бывает, но я просто слишком капризный бываю. Ну, это... А кто вообще ваши кумиры? Вот на кого хотите быть похожими? Ну, понятное дело, что вы в идеале найти свой стиль, но сейчас же все равно на кого-то равняетесь пока. Я на Руська. Я на Эрика. Отлично, отличные примеры для подражания. Несмотря на то, что ваш проект существует всего один месяц, наверняка поклонницы уже одолевают. Вот какие бывали интересные случаи с поклонницами? Ну, есть один был случай, когда мы отыграли концерт. Ну, раз ты смотришь на Эрика, это значит, случай был с Эриком, да? Нет, это просто с нами двумя. Мы отыграли концерт, выходим на улицу, стоим, и подбегает девочка и такая говорит: «Можно вас потрогать?» Серьезно? У нее руки дрожат, она говорит: «Можно вас потрогать?» Я говорю: «Ну, потрогай». Нет, Руся говорит: на меня можно смотреть, трогать нельзя. Ой, ну вот так вот. Еще имя себе не придумали, а уже зазвездились, получается. Не, ну это была шутка. Понятно, понятно. Конечно. Слушай, ну чтобы наши зрители сейчас точно окончательно проснулись, мы просим вас снова пройти в центр нашей студии, исполнить и еще раз поразить всех красотой. Итак, друзья, мы напоминаем, что у нас в гостях Эрик Шутов, Руслан Кремлидис, музыканты новой волны 2017. Доброе утро, тихая сонная, дикая голая. Ну как же я жил без тебя? Доброе утро. На их руках буду греть 100 самых лучших лет, 100 самых лучших лет, 100 самых лучших лет. Я знаю, в жизни этой ты же тот самый свет в конце тоннеля, где все без тебя, тебя. Доброе утро, мой Краснодар. Доброе утро, когда ты такой. Доброе утро, мой Краснодар. Доброе утро, мой Краснодар. Друзья, вот такое вот доброе, хорошее, прекрасное у нас сегодня утро музыкальное. Ну что, далее факты, факты, спорт, погода. И мы возвращаемся в студию «Хорошего утра», где мы узнаем, выдержит ли вот эта шея удушающий прием от чемпиона мира по ММА.